Всем доброе утро. Врываюсь я во второй день недели стартов. Сегодня у нас будет вот такое вот нежное сочетание цветов. И я буду вязать медузу по своему мастер-классу. Мастер-класс у меня есть на канале, так что переходите. Ссылочку оставлю в описании под этим видео. Я уже в прошлом видео говорила, что у нас 26 человек. И под руководством Марины с канала Добрые игрушки. Ссылки на всех участников переходите в описании под этим видео. Вот, а давайте к медузе. Я хочу сделать лавандовую вот такую вот нежную медузу. И глазки у нее будут вот с такими вот бликами. Ну, вначале будут, основа будет глазок вот такого вот. И потом уже простые наши черные глазки. Этот цвет у нас 89. Полухлопок. Ярнард джинс. И для глазок я выбрала номер 87. Мне кажется, будет очень прикольное сочетание. Она получится такая нежная и красивая. Так что давайте начинать. Крючком я буду вязать, как я и вяжу все свои игрушки из Ярнард джинса. Это, сейчас я покажу его. Это крючок 1,5. Так что, ну что, руки чешутся, уже хочется начать. Так что, всем доброе утро, давайте вязать. Итак, у меня уже второе включение. Ну, камера не передает тот цвет, который на самом деле, он такой лавандовый, и я добавила вот этот вот 87 цвет, добавила не в глазки, а просто добавила как узором. Еще хочу, наверное, другой цвет, более ярко-фиолетовый или синий добавить. Не знаю, что еще, наверное, лучше. Я еще подумаю. Так что красота. Хочется такого что-то мимимишного. Очень мимимимими. Итак, уже последнее включение и уже вечер. И я хочу вам рассказать, что же все-таки произошло. Я говорила, что я хочу... В начале видео говорила, что хочу связать лавандовую медузу с глазками вот такого вот бежевого цвета. Но в итоге я потом... По-моему, показывала, что я ввязывала вставки, ну, ввязывала ряды вот такого вот. И я решила, что глаза будут просто глазки обычные, на безопасном креплении. И добавила к вот в этом вот, вот к этим двум цветам, еще добавила вот такой вот графитовый цвет. Это тоже Ярнард джинс 68. Когда я это вязала, подключиться у меня просто не было возможности, так как мы с дочкой дома, и она, ну, пока я занималась, смотрела мультики. Поэтому уже было не до этого брать телефон. Вот. В общем, очень мне понравилось это сочетание. И я готова вам за сегодняшний день показать целую, готовую, окончательно работу. Мне не верится, что она это сделала, потому что последний раз я эту медузу вязала больше года назад, когда я придумала мастер-класс на нее, сидя дома с переломом ноги. Я уже снимала тогда влоги и рассказывала о том, что у меня было. И есть мастер-класс. Я уже говорила о том, что ссылочку на мастер-класс я поставлю в описании под этим видео. Давайте смотреть, то я тут много уже на 2 минуты целых наговорила. Итак, вот кто у меня сегодня родился. Вы только посмотрите на эту медузу, у нее очень большой хвост. И вот такая вот. Самое что интересное, что она... Сейчас я ее разложу и вам покажу. Вы только посмотрите, как она выглядит. Я просто балдею от вот этого вот многообразия вот этих вот... пальчиков, ее ножек, или как они правильно называют.
Вот, но она потрясающая, просто такая нежная, как мне прям хотелось. Кстати, хотела рассказать историю. В прошлом октябре, перед закрытием, когда все закрыли, мы с подругой были на ярмарке, и там у меня была, висела, ну, на краю стола, лежала вот эта медуза. Вы бы знали бы, сколько людей мимо нее проходили и хотели ее, ну, то есть ее не купили, да, но были заинтересованы. Я поняла, что мне просто нравится вот это вот. И мне всегда давно очень, наверное, хотелось связать вот такую медузу. В общем, много говорю и показываю вам. Просто говорю, пойдем фотографироваться с ней, конечно же, для фотографий в Инстаграм обязательно. Так что вот такое видео у меня сегодня получилось. Короткое, но мне кажется, день очень продуктивный. Я желаю себе удачи на завтрашний день, что-то придумать для вас. Есть идеи, но хочу для вас тоже что-то такое нежное и интересное. Пока не буду открывать тайны, что это будет, но что-то будет тоже очень красивое, надеюсь. И надеюсь, что тоже смогу хорошо поработать весь день и связать тоже готовую игрушку. Я поняла одно, что я не хочу, чтобы у меня было много недовязов. И как уже сказала Марина с канала Добрые Игрушки сегодня в своем видео, что нужно, хочется, чтобы было что-то, какая-то игрушка более, ну, то есть, чтобы не было много недовязов, было более продуктивно. И я подумала, как бы, когда я писала план свой, я тоже об этом думала, что я не хочу много всяких разных недовязов. Вот один недовяз у меня с тигренком, но он большой проект, как бы, то есть он большой. И я вообще думала, что буду работать и вечером немножко повяжу, то есть будет 5 недовязов. Мне хотелось что-то маленькое, компактное. Но так сложилось, что я сейчас на больничном. Я уже говорила в предыдущих влогах. Вот, поэтому у меня есть возможность немножко побольше времени уделить этому проекту, чему я несказанно рада. Все, спасибо, что смотрите это видео. Подписывайтесь на мой канал. Мне будет очень приятно. И всем пока-пока. До завтра.